Думська ТВ працює наживо, говоримо про головне, студія Олександр Новицький. Та Леся, вітаю всіх, доброго вам вечора. Знаєте, і хотілося б пожартувати, але ж не вийде, тому що зараз ми переходимо до іншої теми, і це тема без жартів, це ЖКГ. Будемо говорити саме зараз про житлово-комунальне господарство. До нас долучився Володимир Максимович, експерт у цій сфері. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий вечір. Одразу перш ніж почнемо розмову, нагадаю, що в нас відкриті лінії для голосування. Сьогодні вас питаємо з приводу тієї інформації, яка з'явилася від Міністерства охорони здоров'я щодо Національного медичного університету. І сформульовано питання сьогодні наступним чином. Об'єднання медичного університету ще одним вишим. Три варіанти відповідей. Спосіб позбутися Валерія Запорожана, спроба відновити виш, око замилювання. Зараз прийдемося телефоном Валерій Матковський, експерт у сфері ЖКГ. Панове, доброго вечора, пане Валерію, вітаю вас. Здравствуйте. У нас у студії, як ви вже зрозуміли, ваш колега Володимир Максимович, також експерт, людина з великим досвідом у ЖКГ. Панове, і телефоном, і особисто тут у студії, ми підбиваємо ітоги цього року. Він був, знаєте, таким... Ну, дуже дорогим, як до ЖКГ. Пане Валерій, як вважаєте, що змінилося на краще в нашому місті, або були якісь, як кажуть, заділи на майбутній рік? Ну, должен действительно отметить то, что вы сейчас сказали, что этот год, уходящий уже год, как раз очень трудный для наших горожан, и не только для наших горожан, а для всех жителей Украины, там действительно постоянным ростом цен на коммунальные услуги. И с одной стороны, и с другой стороны, отсутствием каких-либо прогрессов в улучшении предоставления коммунальных услуг. К сожалению, это так. И как отмечает сегодня корреспондент, это программа, которая была повязана с как раз и с надеждой, что создание ОСМД как раз приведет к заинтересованности людей в улучшении обслуживания, это уже самих себя. К сожалению, она в городе Одессе также провалилась. Ну, тут питання до самих людей, пане Валерію. Люди не хочуть брати на себе відповідальність, тому не створюють ОСББ. Я це точно знаю на прикладі свого будинку. Можу погодитись з вами, тому що у нас от п'ятницю, ту, яку було, якраз ми проводили зібрання по Пироговській 3, пов'язане якраз з роботою ОСМД. І дійсно зацікавити людей і повірити, заставити людей, щоб вони повірили в те, що хтось хоче для них зробити краще, от це дуже важко. І люди повинні розуміти, що, на жаль, держава сьогодні всі ці тяготи переклала на людські плечі. Ну, повернусь все-таки до более таке привичного для Одеси язика русского. Ну, а чем еще 18-й год? Ну, как мы наблюдали на протяжении целого года, это падение балконов, это обрушение карнизов, это, к сожалению, проблемы с водоснабжением, проблемы, с которыми сталкиваются жители, ну, не только нашего города. Поэтому я все-таки считаю, что вот тот год, который уже уходит, какого-то позитива, к сожалению, или надежд на улучшение, он, к сожалению, не принес. Это мое мнение. Пане Володимире, ви згодні з Валерієм Матковським? Конечно. Во-первых, мы коллеги, единомышленники. Абсолютно правильно сказал Валерий Дмитриевич. К сожалению, за этот год мы ни на шаг не продвинулись к решению проблем, которые в городе существуют. Мы не решили ни проблему отопления. Дорогие цены повысили только на все. Как прорывы были постоянные, как холодные квартиры, так и остались. Мы не решили вопросы с падающими балконами, с ремонтом фасадов, с ремонтом жильем. К сожалению, люди настолько замкнулись на своих проблемах и настолько заняли вот такую иждивенческую потребительскую позицию, они все ждут, что вот изберут хорошего царя или хорошего мэра, и он все сделает. Нет, уважаемые, никто вместо вас за вас это не сделает. Поэтому людям нужно всегда говорить, люди, только вы сами можете решить эти проблемы. И вспоминая прожитый год, оценивая его еще раз, так сказать, вот я бы хотел
напомнить одесситам, есть такое четверостишье Губермана, который сказал, я его немножко перефразирую: «Я прожил этот год постоянно краснея за упадок ума и морали. Раньше врали намного честнее и намного изящнее крали». Как это четверостище четко характеризует год, который ми прожили і к чому ми прийшли. Я зараз також процитую якогось класика, я не знаю, хто саме це був, але ж, як кажуть, все було вкрадено до нас. Пане Валерій, це така ситуація дуже прикра, про яку ви казали, яку підтримав пан Максимович, але ж щось, як кажуть, хороше, якийсь позитив у цього року був чи ні? Давайте вам підказочку дам. Ну, може, я і там гроші, які ми спалили там, щоб тепліше було, якісь кредитування комунального підприємства, яке ще не комунальне підприємство. Та то не кредитування, то просто дотації. Звичайно, так. На жаль, цей рік був, мабуть, плодотворний, скажем, перейду на русский язык, опять же. Вот, только для чиновников, ну, такого первого, второго ранга, потому что я вот когда рассматриваю, а тот министр получил за месяц столько-то денег заработную плату, а тот столько-то, а этот столько, а вспомните эту премию, которую сегодня государство закрыло, это самое, получил один из министров порядка там 10 миллионов долларов за то, что еще не осуществилось. И когда ты смотришь о том, что официально на 69% уменьшилось людей, которые получали субсидию, это статистика дает, это не мной придумано, то действительно вот, становится довольно грустно. Вот. И это все-таки идет в преддверии президентских выборов. Честно говоря, у меня была какая-то надежда, что все-таки вопрос, связанный с ростом тарифов, его будут хотя бы сдерживать эти факты, связанные с выборами в следующем году президента и, естественно, депутатов Верховной Рады. Но, к сожалению, мои надежды в этом вопросе не оправдались. Поэтому еще раз должен сказать и поддержать своего коллегу Владимира Ярославовича вот, в том, что пора нам все-таки вот, украинцам брать пример с тех же, ну, недалекого зарубежья, с тех же поляков, которые там очень интенсивно и очень активно реагируют на всякие попытки правительства поднять тарифы, урезать заработную плату и так далее, и так далее. К сожалению, у нас отсутствует у нашего населения полностью вот такой, такая заинтересованность и вера в то, что можно это дело отстоять. К сожалению, этого нету. К сожалению, у нас вообще профсоюзы умыли руки, их не существует, их нигде не видно. Вони існують тільки на паперах. Дійсно, профсоюзів майже не, профспілок, перепрошую, майже не існує. Хоч вони отримують якісь дотації від держави. Пане Валерій, дякую вам за те, що підтримували нас протягом цього року, да, і давайте зустрінемося в нашій студії вже наступного. Валерій Матковський, експерт у сфері ЖКГ. Давайте побажаємо нашим одеситам, щоб наступний рік от, все-таки в них в серці породив якусь надію не тільки на владу, а і надію на те, от, що ми можемо самі щось добитись і відстояти свої інтереси. Дякую вам дуже, пане Валерій Матковський. Вам і вас з прийдешніми святами, вас та вашу родину. Валерій Матковський, експерт у сфері ЖКГ, був з нами телефоном. Давайте так, щось, якийсь позитив був? Може, ви знаєте його, пане Володимире? Взагалі-то я оптиміст по житті. Тому до вас звертаємося, знайдіть його. Даже где-то і альтруїст. Но ви знаєте, от ретроспективно, оценивая, что же все-таки произошло хорошего в прошлом году в сфере ЖКХ, я не могу найти ничего из того, что я бы сказал. Вот это сделали. Взяли второй кредит. Ну, хоть крок, может быть, сделанный у Биктова, взяли второй миллиардный кредит. Ну, вроде немножко подлатали дороги. Вроде, хотя я сейчас шел... Хотя я сейчас шел по канатной, спотыкался по этой плитке, которая вот так танцует, и думаю, господи, ну неужели плитку уже эту? Тем более, вот там перед домом, который построил Тарпан,
Классная гранитная плитка, красивая, гранитная дорогая плитка. Ну что же, нельзя ее было положить на цементный раствор, чтобы она вот так не плясала. Валерий Дмитриевич сказал, что вот про поляков. Знаете, чем мы отличаемся от поляков? У поляков очень сильное гражданское общество. Их советская власть и социализм, как нас за 83 года, у них меньше было, не так разложила и приучила к тому, что кто-то что-то нам сделает. Они более самостоятельные. Более того, они... А знаете как? У них есть гражданское общество, у них есть малый и средний бизнес. А человек, который свободен экономически, он свободен и политически. А у нас очень многие зависят от власти, от чиновников. Поэтому и сложилась такая психология. И последнее. Шел я на передачу, встретил одного очень хорошего моего знакомого. Он говорит: Владимир Александрович, вот вы обо всем напоминаете, о проблемах ЖКХ. А почему же вы не говорите, что во времена Руслана Борисовича Бадилана вы с Матковским были застрельщиками 18 разных программ. И одна из них была, это программа многоярусных развязок городских, паркингов и парковок. Посмотрите, что делается в городе. В городе фактически ночью, вот если Фонтанская дорога, то она с левой и с правой стороны, машины стоят вдоль везде, проехать невозможно. Все дворы запружены машинами. То есть фактически не решая проблему паркингов и многоярусных парковок, мы скоро окажемся перед коллапсом. Еще 12-15 лет назад была такая статистика, что каждый год в Одессе добавляется транспорта на 20%. Значит, за 5 лет количество транспорта удваивается. С 2005 года, когда мы с Валерием Дмитриевичем и с Русланом Борисовичем ушли, сколько прошло лет? 13. Значит, удвоилось количество транспорта. Если в ближайшие 2-3-5 лет ничего не будет сделано по устройству этих многоярусных развязок, а для этого ничего особенного не нужно. Нужно принять программу, нужно разработать, где эти поставить многоярусные развязки. Есть такие места. Це повинно бути дослідження. Щоб змінити ситуацію, як казав Елвін Тофлер, нам потрібні просьюмери, люди, які беруть і роблять. Зроби сам. Иногда для того, чтобы сделать достаточно сильный рывок вперед, нужно получить не менее сильный пинок, извините, взад. Вот я предлагаю, как всегда, власти, не только критикую, я говорю: ребята, в следующем году, наряду с другими программами, которые есть в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о которых мы говорили, надо решать и эту проблему, потому что через несколько лет придем к тому, что проехать по городу будет просто невозможно. Може, я песимістка, але щось мені підказує, що наступного року ми так само будемо з вами збиратися в студії, говорити про те, що ми звертаємося і пропонуємо, але нас, на жаль, знов не чують. Ніщо і ми сподіваємося, подумає, що нас почують. Пане Володимире, все ж таки хочеться трохи позитиву. Ваші привітання напередодні нового року та Різдва, адже востаннє цього року бачимося з вами тут, в нашій студії, для всіх одеситів та мешканців регіону. Як би ні було нам тяжело, я би хотів, щоб в серці у кожного із вас з'явилась надія, что дальше будет легче, что мы уже достигли дна, и дальше будет легче. Поэтому я желаю вам счастья, здоровья, благополучия, чтобы дети и внуки вас радовали, чтобы финансовые проблемы вы порешали, чтобы мы действительно почувствовали, что мы живем в самом прекрасном городе у Черного моря, чтобы этот город стал таким прекрасным, как о нем поется в песне. Ну и чтобы мы, в общем-то, были оптимистами. И главное, чтобы мы сформировали гражданскую позицию и поняли, что только мы сами можем все решить в своем доме, в своем городе и в своей стране. С праздником вас! Вдячні вам за те, що прийшли до нас, і з прийдешніми святами вас та вашу родину. Спасибо. Володимир Максимович, експерт у сфері ЖКГ, був нашим гостем. Ми підбиваємо результати нашого голосування. Нагадаю, воно було сформульовано наступним чином: об'єднання медичного університету з ще одним вишем. Спосіб позбутися Валерія Запорожана вважають 35%. Спроба відновити виш 22%. Око замилювання 43%. На сьогодні прощаємося з вами. Інформаційні підсумки цього дня підіб'є Ксенія Терзі. Завтра о 14:00 наші колеги Дар'я Сметанка та Роман Семенов розпочнуть день на Думській. Залишайтеся з нами, буде цікаво. До завтра, на все добре.